Разнообразие целебной продукции позволяет быстрее определиться с выбором. Сегодня магазин здоровья «Народная аптека» поступил инновационный препарат «Сустарат» для людей, страдающих болью в суставах. Есть в форме бальзамчика и капсул. А также хочу представить крем «Сустарат». Это для наружного применения. Он обладает противовоспалительными, болеудаляющими, раннозаживляющими свойствами. Также для регенерации ткани и улучшения кровообращения. Пополнилась новыми препаратами серия «Секрет бобра». Для лечения мочеполовой системы нативные капли есть теперь не только для мужчин, но и для женщин. Натуральный продукт с бобровой струей помогает также восстановить умственные способности, память, облегчает процесс обучения. Оживиться на кедровом масле помогает восстановить организм человека, обладает сильнейшим противовоспалительным действием. Кстати, в магазине «Здоровье Народная аптека» большой выбор разнообразных масел. Большое количество и льняных масел, и с добавочками. Также есть масло кедрового ореха, ценнейшее масло по питательным, по витаминному составу, которое употребляется и как в пищу, и как в профилактических и лечебных целях в том числе. Также масло черного тмина, которое снижает сахар, который является противовоспалительным, бактерицидным действием обладает. Также и в косметических средствах оно употребляется. То есть, в общем, для повышения защитных функций организма. И тыквенное, и масло грецкого ореха у нас, и облепиховое масло присутствует. Много отзывов со стороны покупателей относительно юглона. Он очищает организм и применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при опухолях и аллергии. Ценнейший продукт питания – урбечи, паста семян в собственном масле, осевная чио премиум и лиственная губка для интенсивного похудения. Для детей также укрепляющие бальзамы, сиропы и богатые витаминные комплексы. Привлекает разнообразие чая в лидерах, иван-чай, который богат витаминами и обладает лечебными свойствами. Укрепляет организм монастырский чай, он не только вкусный, но и полезный. Чай Саган Дайли можно добавлять в обычный чай для нормализации артериального давления, бодрости и хорошего настроения. Продукция народной медицины продается со скидками. Здесь появился и новый отдел подарков, большой выбор необычных вещиц. Магазины «Народная аптека» расположены на торговой галерее напротив «Детского мира», гипермаркет «Магнит», переулок «Виноградный 2», торговый центр «Олимп» на Транспортной и в Адлере, «Голубые дали» и пансионат «Весна». Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ВКТ.